Вероятность того, что вам когда-либо придется на C++ реализовывать алгоритм двоичного поиска вручную, ничтожно мало. Но на всякий случай расскажу, как это можно было бы сделать. Чтобы алгоритм двоичного поиска работал правильно, необходимо поддерживать некоторые инварианты. В данном случае мы будем искать искомое число на отрезке от L до R, где индекс L у нас будет включен, а R не включен, и поддерживать условие, что если где-нибудь исходное число есть, то оно точно лежит на этом отрезке. Итак, первоначально L равно нулю, R равно размеру массива. До тех пор, пока в массиве больше, чем один элемент, мы вычисляем индекс среднего элемента в диапазоне, в котором происходит поиск. Если средний элемент строго больше, чем наше число, то мы можем отрелаксировать правую границу. В противном случае мы можем изменить левую границу. Если в исходном массиве первоначально не было чисел, то есть L равно R, или найденный элемент не равен искомому числу, мы должны вернуть минус 1. В противном случае мы можем вернуть L плюс 1. Компилируем, проверяем. Видим, что программа по-прежнему выдает правильный ответ.